Ну, если ты решил уже нырять, то давайте нырять. Неплохо получилось. Долго собирался, мне казалось, что уже все. Удар пропадет. Но нет, и есть такое подозрение, что Пенебек тренировался перед этим чемпионатом. Рано или поздно это должно было, конечно, случиться. Я недаром заговорил о правилах в самом начале этого матча. Когда сыгрываешь после забития свояка с руки чужого, итог забивать нельзя. Вот это должно было случиться рано или поздно, случилось очень рано. В первой же партии, первого матча на ТВ-столе, Сагенбаев оттянул свояка на себя, ну, машинально. Дело привычки. А по правилам динамичной пирамиды нельзя сыгрывать свояка. Это штраф. Неправильно забитый шар выставляется на точку. Эрнар Чимбаев будет играть с руки. Чимбаев снимает штрафной шар. Главное теперь своего не затянуть на угол. Или на середину. Ну что ж, неплохо для Чимбаева все закончилось. Начиналось неплохо, закончилось неплохо. Вот с серединкой, конечно, надо было бы поработать. Не совсем понимаю. Если на табло у Сагенбаева 6 шаров, то у нас уже сыгран партионный шар. Если Чимбаев по-прежнему стола, то 7-7. Вангую, что 8-7 все-таки завершается первая партия.